Уважаемые зрители и друзья, с вами канал «Чудесный огород» и я, Наталья. Уважаемые зрители и друзья канала, сегодня поговорим о таком удобрении, как Макбор. Этот препарат рекомендуется для всех видов огородных растений. В состав этой смеси входят такие микроэлементы, как магний и бор. Значительную пользу Макбор приносит на кислых почвах. Особенно этот препарат применяют на песчаных и субпесчаных почвах, так как бор склонен к вымыванию на легких грунтах. Это удобрение улучшает питательную ценность плодов, предохраняет овощи от загнивания сердцевины, особенно это касается свеклы. В состав данного удобрения входит магний 15% и бор 1,3%. Масса пакетика бывает 100 или 200 граммов. Хочется обратить внимание, что этим препаратом очень эффективны внекорневые подкормки. Как правильно приготовить раствор? Для этого нам понадобится стакан теплой воды, в которую мы высыпаем определенное количество препарата. Хорошо размешиваем и после уже маточный раствор выливаем в 10 литров воды. Еще раз перемешиваем и применяем. Для обработки томатов нам понадобится 15-20 граммов препарата на 10 литров воды. Магний увеличивает сахар в томатах, также повышает витамин С. Бор поднимает иммунитет. Таким же раствором обрабатываем огурцы по листве 3 раза за сезон. Применение макбора по огурцам способствует проникновению кислорода к корням, что помогает усваивать кальций. После применения этого препарата завязи на огурцах не опадают, они дольше плодоносят и растения становятся более устойчивы к заболеваниям. Отлично отзываются на такие подкормки корнеплоды, как свекла и морковь. Делаем обработку по листве. Достаточно будет одного раза за сезон. Хорошо реагируют и садовые кустарники на макбор. Это смородина, крыжовник, малина. Также им можно обработать и садовую землянику. Для ягодных кустарников и земляники дозировка уменьшается 10 граммов на 10 литров воды. Применяем удобрение по листве весной, когда формируется зеленая масса. Обработку препаратом делаем в сухую безветренную погоду, утренние или вечерние часы, соблюдая всю технику безопасности. У препарата Макбор очень демократичная цена, но он оказывает существенное влияние на количество и качество плодов, ягод и корнеплодов. Уважаемые зрители, на сегодня все. Мы благодарим вас за внимание. Оставляйте свои отзывы, комментарии, будьте с нами на связи. А мы вам желаем прекрасного настроения, крепкого здоровья, успехов и, конечно, богатых урожаев. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.